только в Альфа-банке. Закажите бесплатную дебетовую Альфа-карту, крутите барабан в приложении и получайте супер-кэшбэк каждый месяц. Закажите карту в декабре и гарантированно получите кэшбэк 30% на технику. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Всех приветствую, дамы и господа. И сегодня не будем тянуть кота за яйца. Сегодня мы будем дарить отцу снегоход. Ой, какая у нас шикарная погодка. Все тает. А сегодня какое число, Алексей? Напомни, пожалуйста. 22 декабря. На улице пришла весна. Все, мы оперативно выдвигаемся в поселок городского типа, в магазин за снегоходом. Мы его заказали. Вчера привезли, сегодня собрали. И сейчас будем его забирать. Как бы у меня батя заядлый рыбак, и ему катастрофически не хватает снегохода. Он постоянно либо с кем-то едет, либо поблизости где-то рыбачит, где можно доехать там на машине, а дальше пешком. То есть по всем сугробам, как бы это не очень удобно. Поэтому делаем, ну, без какого-либо повода, просто приятно делаем отцу. Снегоход мы будем брать простенький, за 260, ну, со скидкой, короче, по этому предзаказу за 240 его отдают. Но он абсолютно новый, простенький, ну, типа как у меня. Снегоход, предлагаю вам прокатиться на моем прекрасном квадроцикле Шармак 400 Легато. Зимой мы на нем еще толком и не ездили. Снега у нас еще не особо много, но все же. И к тому же у нас заблокирован дифференциал, то есть оба задних колеса постоянно крутятся, поэтому бачком будет раздавать очень интересно. Кстати, несмотря на то, что у нас стояли хорошие морозы, квадроцикл постоял достаточно много, он запустился без каких-либо проблем. А теперь поехали. Попробуем немного проехать по сугробу, ну, вот где тот бурьян. Я думаю, вам видно. Там же видно? Все? Мутновато. Ну, короче, поехали. Вот идиот! Так, ну тут наехали на кочку. Снег, конечно, маловато, но все же едет очень уверенно. И это не может не радовать. Ладно, сейчас немножко пораздаем на озере. Ну тут уже снега побольше. Прям вообще классно. Блин, чё-чё, ну квадроцикл это прям очень крутая тема. Вот для меня квадроцикл и снегоход это просто одно из лучших развлечений. Ну и мотоцикл это понятно, но это лето. Поснимаем всем еще видосики, но когда будет побольше снега. И вы, конечно же, обязательно пишите, какой видос вы бы хотели увидеть с этим квадроциклом. И еще, делайте правильный выбор. Покупайте технику Global Drive. Вводите промокод YouTube и получайте скидку 5% на всю технику. Ссылку на компанию Global Drive и на их YouTube канал оставлю в описании под этим роликом. Ну а теперь небольшой лайфхак. Так как я прокомпенсировал мозги и до морозов ни хрена так и не помыл квадроцикл, понятное дело, у нас в селе нет никаких автомоек, чтобы я мог спокойно отогнать и в тепле аккуратненько хорошенько его помыть. Ну а на улице и шланга мыть в мороз такое себе. Поэтому сейчас профессионально берем очиститель мотоцикла от компании Лавр. Так как этим средством можно мыть без использования воды. И нам нужно смыть хотя бы вот эту видимую грязь, как говорится, чтобы в глаза не бросалось. Все максимально легко, просто берем, наносим это средство, ну и протираем тряпочкой.
Вот такая вот красота у нас получается. Это средство легко справляется с грязью, следами насекомых, копотью и легкими нагарами, не требуя использования воды. Очиститель подходит для поверхности из любых материалов. Состав абсолютно безопасен для деталей из всех металлов и сплавов. И не оставляет потеков. Вообще, как бы это средство не предназначено для чистки в мороз, но несмотря на это, оно хорошо справляется. И прекрасно удаляет все загрязнения. Ну что, сейчас домою квадроцикл, а потом пойду менять масло в эндурике, так как я там целую 1000 перекатал, а хочу еще зимой на нем понаваливать. Ну а вы заказываете продукцию от компании Lavr по ссылке в описании под роликом. А мы возвращаемся к покупке снегохода. Бух! Так-то кошмар. Так-то ужас. Согласен. Катастрофа. Цунами. Армагеддон. Вездеход. Коллапс, блядь. Колхоз. Ой, ну какая же у нас сегодня классная погода. Кругом туман, романтика. Да, Алексей? Да. Так, ну что, мы прибыли в магазин. Вот этот снегоход, но что-то он не очень какой-то симпатичный. Он, конечно, по-своему прикольный, но не то. Тут имеются вот такие ветровики, но защиты ног никакой. В общем, тот снегоход нам не понравился, поэтому будем брать вот этот. Такой же, как у меня, ну, единственный цвет другой. Правда, он чуть-чуть подороже, но ничего страшного. Но этот однозначно поприкольнее, он хотя бы похож на снегоход. Посмотрите, какая тут красота. Вообще, изначально я хотел купить бате вот такой снегоход, но подумал, то, что он будет, ну, слегка маловат. Не, ну можно этот. Как молния Маквин. Мотособаку тоже думал, но мотособака это, конечно, не снегоход. Он немножко, с ним будет посложнее. Ну и не так-то комфортно. Ну вот, для сравнения, тот как бы поинтереснее смотрится, несмотря на то, что он поменьше. Вот так выглядят 270 тысяч рублей. Короче, все, мы приехали. Сейчас идем за батей. Салам алейкум. О, пойду кое-что показать надо срочно. А прожектор включается у вас там? Прожектор у меня это во дворе стоит. А, во дворе. А что там? Ну, сейчас я включу, может, гораздо. Окей. А что, обязательно что смотреть? Ну, конечно, обязательно. Погоди, пап, пока не закуривай. Да что? Не надо пока. Чё там, Лёх, не дай бог. Чё? Что такое, б***ь? Чё, не дай бог? Я хочу знать, что ты там придумал. Да лодку, говорю, тебе купил. Лодку мне... Тает всё. Тает. Ну там хорош лодка. Ну чё делать? Чё делаем? Мама, ты машину. О, аккуратно, баб. Только в Альфа-банке. Закажите бесплатную дебетовую Альфа-карту. Крутите барабан в приложении и получаете супер кэшбэк каждый месяц. Закажите карту в декабре и гарантированно получите кэшбэк 30% на технику. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Вова, Диан, открывай! Вов! А, ты тут? Ничего не вижу. Себе. Это ты мне на рыбалку? Да. Спасибо, Лёха. Спасибо, конечно. Это я не откажу. От этого я не откажу. Теперь главная задача, как ты его выгрузить. Выгрузить доски надо, да? Ну это как у меня. Я думаю, я у тебя возьму вообще с рыбалки. Зачем, когда я сам хочу кататься? Ага. Это вот. Ничего. На сушку мы загружаем. Че, выгружаем? Да. Здрасте. Так, давай, писай. Я теперь крутой. Ну конечно, для рыбалки. Правда, снег растаял. Ну ничего, выпадет. Ну о, ты ездил, давай. А что ты? Подогрев сразу. Да тебе сейчас прокатишь, что он на огород. Да по огороду есть. Вот именно. Вова Джан, ты в ролике.
Да. Все, следующий. Приедем за корытом. Сразу на будущее еще. Корыто надо. Еще надо. У Лёшки есть корыто. Ну там маленькое. А ему хватит. Газель чуть-чуть застряла. Сейчас буду их вытаскивать. Ну оно и неудивительно. Кругом лед, снесло, стащило. Он вот тут. Где? Сейчас с батей вдвоем прокатились, ну прям нравится. Ну как вам? Вообще охерен. Ну конечно, надо балаклаву и варежки. Езжай, я тут дойду. Вот такой вот получился видос. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, также пишите комментарии. Также подписывайтесь на телеграм, ссылка будет в описании под роликом. Ну и всех с наступающим Новым годом. Всех люблю, всех обнял, всех прижал. Всем пока-пока.